12 марта, воскресенье. Решила приготовить сырники. Чайку попить, так сказать, днем. Так, вот такие у меня первые уже жарятся. Вот еще тут на раз. На таком вот масле растительном. Так, посмотрим, что там снизу у меня. Так. Пока еще не поджарилось, только с одной стороны. В принципе, уже нормально. Так, крышка закрывать или нет, не совсем понятно. Наверное, надо. Где у меня крышка? Так, вот. Так, вот крышка. Наверное, надо закрыть. Может быть, они не так попышнее будут под крышкой. Так, сейчас будем есть сырнички со сметанкой. Такая вот сметанка у нас тут, не знаю, такая обычная какая-то. Так, погодку смотрим. Так, погодка у нас плюс 10, на улице хорошо. Ну так, не очень, конечно, но более-менее тепло. Так, плюс 10. Кушаем, пойдем гулять, до магазина, что ли, дойти, до спортмастера сходить, посмотреть шмотки, так, прогуляться немножко вот туда до конца улицы, потом налево, потом направо, и там вот за теми, вдалеке, вот за теми белыми домами у нас магазины, там спортмастер, всякая фигня у нас там. Ой, сырники сгорят, блин. Так, сырники. Сырники сырники. О, уже получше. Ой, горят, блин, снимать надо. Так, так, так. Так, надо убавить. Так. Тут уже нормально. Даже, по-моему, слишком нормально. Так, надо убирать. Так, это убираем и ставим сразу вторую партию. Так, ладно. Так.